Альфа Шереметьево. Мост перед нами ведет к богато декорированной у здания нового Эрмитажа. Двор этого дома, а также балюстрада и набережная впереди часто используются как декорации для кинотеатра. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра. Его можно узнать по белым наличникам на окнах, белым же элементам. Виден летний сад, старейший сад Санкт-Петербурга. Он находится